Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 101» города Ульяновска является самой крупной детской образовательной организацией, компенсирующей направленности в регионе. Детский сад посещают дети от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями интеллекта и дети с расстройствами аутистического спектра. Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является квалифицированная коррекция недостатка в речевом и психическом развитии детей. Детский сад расположен в двух корпусах. Первый корпус функционирует с 1988 года, а второй корпус был открыт в 2019 году. В учреждении работает 25 групп. С детьми занимаются опытные специалисты, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. В каждой групповой ячейке имеется отдельный кабинет логопеда, где проводятся коррекционно-развивающие занятия по адаптированным основным образовательным программам с учетом индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. Детский сад номер 101 работает в инновационном режиме, имеет богатый практический и теоретический материал работы с детьми по логомассажу и логоритмике, по развитию импрессивной стороны речи, в коррекции недоразвития речи детей используется нейропсихологический подход. В 2012-2015 годах детский сад работал в режиме федеральной стажировочной площадки по направлению социализации детей с нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. В 2019 году детский сад номер 101 вступил в программу региональной инновационной площадки по теме «Комплексное сопровождение детей группы риска специалистами службы ранней помощи». Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения тиражируются в методических рекомендациях, а также в периодических журналах, таких как «Логопед», «Логопед в детском саду», «Старший воспитатель» и других. Педагоги и специалисты детского сада номер 101 транслируют свой педагогический опыт в различных регионах Российской Федерации – в Москве, Санкт-Петербурге, Хакасии, Ижевске, Самаре, Кисловодске и других регионах. Детский сад номер 101 организует и проводит курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Российской Федерации и стажировку работников образования Ульяновской области по вопросам социализации детей с нарушениями речи.